Федор Бураев, пожалуй, самый скандальный политик в новейшей истории Бурятии. Экс-депутат нередко вызывал своими действиями ажиотаж среди общественности. То застали спящим в одном из местных баров, то поймали нетрезвым за рулем, не говоря уже о постоянных стычках с журналистами. Казалось бы, все это уже в прошлом, однако народный избранник до сих пор не дает нам заскучать. И теперь Федор Бураев все-таки нарвался на уголовное дело. Я считаю, что наш конфликт перешел уже политическую стадию, поскольку человек опустился до оскорблений прямых меня, моих близких родственников, детей, родителей и, более того, коллег-журналистов также. Последними словами он оскорбляет. Конфликт произошел ровно 2 года назад, когда перепалка в соцсетях между журналистом и на то время депутатом Хурала чуть не переросла в драку. Алексей Тагашеев вызывал политика на официальный поединок по правилам ММА. Брая, правда, тогда на ринг не вышел, зато записал видео извинения. Здравствуйте. Приношу свои извинения Алексею Тагашееву и его сайту Today.ru за грубые выражения и так далее. Все. Приструнить хулигана законными мерами не удавалось годами. Карма настигла депутата только сейчас. Статья 128. Клевета. В основе дела лингвистическая экспертиза всех высказываний политика. На вас завели уголовное дело по статье клевета. Вот насколько это вообще... Кого? Кого? Как и прежде, бывший депутат от комментариев отказался. Напомним, в случае признания политика виновным, ему грозит штраф до 1 миллиона рублей, либо принудительные работы. Чингис Ачиров, телекомпания АТВ.